С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 14 февраля, Международный день дарения книг. Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта детской книги в США Эми Бродмур. Идею его создания подсказал маленький сын, спросивший ее как-то, а почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? Также сегодня Всемирный день компьютерщика и программиста. В 1946 году в этот день американцы впервые показали миру первый компьютер – электрический цифровой интегратор и калькулятор. Огромную машину, которая, по сути, была обычным калькулятором военной службы страны. Но именно она стала прототипом нынешнего компьютера, которым сегодня пользуется практически каждый человек. А родившихся в этот день. 842 год, день рождения французского языка. Людовик II немецкий и Карл II лысый приносят страсбургские клятвы на романском старофранцузском языке. Но теперь понятно, почему этот язык называют языком любви. День-то особый сегодня, о чем мы обязательно еще скажем. 1813 год. Александр Сергеевич Дорогомышский рождается в этот день, российский композитор, один из основоположников русской классической музыки. Последователь Глинки. Главное произведение – опера «Русалка». Год 1928. День рождения Сергея Капицы, создателя и ведущего программы «Очевидно невероятно» профессора. 1936 год. День рождения популярнейшей эстрадной певицы польского происхождения Анны Герман. А в 1949 году родился российский актер и режиссер Николай Еременко-младший. История дня. 1565 год. По стране полным ходом идет опричнина, учрежденная царем Иваном Грозным. Это настоящий государственный террор системы чрезвычайных мер. Само слово «опричнина» происходит от древнерусского «оприч», что означает «особый», «кроме». Войску опричников и прям были даны особые полномочия. 1918 год. Вводится календарь нового стиля, григорианский. Период с 1 по 13 февраля 18 года прошлого века выпадает из российского календаря. 1956. Открывается 20-й съезд КПСС, на котором утвердят 6-й пятилетний план, и на закрытом заседании съезда с докладом о культе личности Сталина выступит Никита Хрущев. 2004 год. Происходит обрушение крыши в Трансвааль-парке на юго-западе Москвы. Число погибших составляет 28 человек, в том числе 8 детей. Травмы различной степени тяжести получают 193 человека. О событиях, которые произошли впервые 14 февраля. 1972 год. Космическая автоматическая межпланетная станция «Луна-20» доставляет на Землю образец лунного грунта массой всего лишь 50 граммов, взятого из скважины на глубине 300 миллиметров, с участка материка, примыкающего к морю изобилия. 1979 год. Впервые в истории английского футбола за переход игрока в другой клуб заплачен 1 миллион фунтов стерлингов. Начинается эра денежного футбола. 2005 год. Создан сервис YouTube. Сегодня это огромная площадка для любого видео, любого жителя планеты. Есть там и ЛРТ, есть там и моя страничка. Заходите. Рекорд дня. 1803 год. В Эффингтоне, штат Вирджиния, рождается двойня, которая будет жить дольше всех. Это редкость. Илай Шадрак Фипс и Джон Мишак Фипс. Первым в возрасте 108 лет скончается Илай. Ну и последнее. Сегодня влюбленные всего мира отмечают День Святого Валентина. Версии и исследования на эту тему миллион. Выбрал самую традиционную. Считается, что именно в этот день, в 269 году, в Древнем Риме, был казнен святой Валентин. Правда, тогда он был не святым, а обычным священником. К тому же занимался противозаконными по тем временам операциями. Тайно венчал легионеров, которым по закону Римской империи жениться было запрещено. За это Валентин поплатился и оказался в тюрьме, где и познакомился с дочерью тюремщика Джулией. Несмотря на близкую смерть, Валентин не переставал думать о своей возлюбленной и послал ей исполненную любви и нежности записку. Через 200 лет церковь причислила Валентина к лику святых, а влюбленные избрали своим покровителем. А вы уже получили сегодня Валентинку? А лучше, наверное, чтобы отправили. С вами Николай Пименко в проекте «Дата».